Кажется, ни одна звезда не относилась столь трепетно по отношению к своему чаду, как Адель. До сих пор певица тщательно скрывала имя своего трехмесячного сына. На вопросы прессы о том, как они с Саймоном назвали первенца, Адель старательно отмалчивалась и лишь признавалась в том, что дома они называют малыша «маленьким орешком». И как это обычно бывает, чем тщательнее звезда хранит свой секрет, тем больше подогревает интерес у публики. Так, на днях во время шопинга вездесущие папарацци заприметили на шее британской звезды золотую цепочку с именем Анджела. Разумеется, сразу появились предположения, что именно так зовут сына певицы. Вскоре источник близких к звезде раскрыл тайну и рассказал о том, что мальчика назвали двойным именем – Анджела Джеймс. Имя Джеймс досталось малышу в честь дедушки-артистки. Никаких комментариев от самой Адель по этому поводу не поступало. Что неудивительно, ведь совсем недавно звезда призналась: «Я не разглашаю его имя, потому что для меня это очень личное. Я хочу наслаждаться общением с ним в одиночку».